Посевная близится к своему завершению. По информации Министерства агропромышленного комплекса, сев яровых выполнен на площади чуть более 680 тысяч гектаров. Это 103% от плана. У нас достаточно оперативно в этом году сработали сельхозтоваропроизводители, благодаря тому, что мы достаточно рано начали готовиться к весенней полевой кампании. Да и плюс ко всему, это бюджетная поддержка со стороны региона, которая была оказана сельхозтоваропроизводителям. Уже практически в феврале месяце мы выплатили пятигектарную субсидию, которая позволила сельхозтоваропроизводителям более оперативно подготовиться, скажем так, к весенней полевой кампании. В хозяйстве «Красная звезда» с посевной уже справились. На 5500 гектаров высажены подсолнечник, зерновые и кормовые культуры. Сергей Морозов вместе с представителями профильного ведомства осмотрел ячменное поле и поговорил о состоянии озимых культур. Развитие происходит по фазам в оптимальные сроки, поэтому сейчас необходимо принять все меры по уходу за данными посевами. Это обработка гербицидами, обработка антистрессантами, обработка от болезней и вредителей, которые всегда в это время активизируются. Июнь – период, когда посевы наиболее подвержены болезням и вредителям. Поэтому обработке будущего урожая уделяется большое внимание. На сегодня она выполнена на площади в 354 тысячи гектаров. В целом, состояние посевов опасений у аграриев не вызывает. При выполнении всех агротехнических мероприятий фермеры надеются получить большой урожай, сравнимый с прошлым годом. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Ульяновской правды.